В Челябинской области водитель попытался скрыться от сотрудников полиции. Для остановки автомобиля полицейский применил огнестрельное оружие. Сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с ГИБДД ОМВД России по Сосновскому району были установлены лица, причастные к совершению ряда преступлений имущественного характера, которые при задержании попытались скрыться на автомашине «Газель». В ходе преследования автомобиля по автодороге водитель не реагировал на неоднократные законные требования инспекторов ДПС об остановке. Периодически выезжал на встречную полосу дороги, создавая угрозу жизни и здоровью других граждан. Сотрудник полиции для принудительной остановки транспортного средства применил огнестрельное оружие. В результате нескольких выстрелов по колесам «Газели» автомашина остановилась. Но водитель выбежал и попытался скрыться в лесном массиве, где его и задержали наши сотрудники. В ходе осмотра транспортного средства было обнаружено похищенное имущество. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По предварительной информации, оружие сотрудникам полиции было применено правомерно.